Луна. Все меньше. Пошли по линии терминатора, наверное, пройдемся. Ну, это тут кошачья лапка. Три кратера. Даже не облачное небо какое-то, а не знаю, как паркое небо. Паркое. То есть жарище стоит дикое за 30 градусов. И это влагу конденсирует в атмосфере. С избытком, в больших количествах, чем хотелось бы. Вчера поснимать не удалось вечером, потому как была сплошная облачность. Я даже переживал, что под дождь вместе со своими фотоаппаратами попаду. Но пронесло, в хорошем смысле этого слова, не в медицинском. Ой, какая ж ты моя красота. Нет, очень неплохо видно. Выдержку чуть-чуть уменьшу. О, кратер Платон ползет по краешку экрана, по нижнему. Опять у меня дубля за 10 минут вывалится. Да что ты будешь делать? Никак у меня с чувством времени не складывается. Что неудивительно, у времени нет к нам никаких чувств. Ладно. Мама, еще раз с днем рождения. Скоро буду звонить, пока не звоню, чтобы не будить. И кратер Аристарх. Так. 4.59 по Киеву в Харькове, 29 июля 2021 год. Горбатая луна. Красота.